западной конференции «Пари-матч» высшей лиги состоялись игры 13-го тура. Ростов со счетом 5-4 одолел дома крепких дублеров «Газпром Югры» и одержал тем самым вторую победу под руководством именитого Густава. А что могу сказать? Ребята молодцы, сегодня играли первый раз. За долгое время играли очень ровно первый и второй тайм. Это для нас это большое заслуга. Остальные результаты напряженного в спортивном смысле 13-го тура на ваших экранах. Турнирную таблицу Запада возглавляет «Газпром Бурение». На Востоке с тотальным преимуществом доминирует «Сибиряк».